15 миллионов евро неэффективно использовался. Это даже нет спора. Когда выезжали депутаты Джоуркенша на свалочный полигон, я просил депутатов Джоуркенша, которые туда пришли, это дали поручение прокуратуре, дали оценку. И назвали имена, кто в этом виноват. Не говорит просто, или это компания, или это мэрия, или там свалочный полигон, имена что назвали. Төрт кылмыш ашылган. Төртөөнө күнөөлүү деп табылган адам барбы? Аты бар, жөнү бар, мындай жок. Эч күнөөлүү деп табылган бир да киши жок. Барбы жерде азыр? Бар, бар прокуратурага. Прокуратурада мына төрт кылмыш иши ачылган туурабы? Бул күнөөлүү деп атын атайт. Эшмат же, Ташмат же, Акмат деген бирөө барбы же ал жерде жөн эле кылмыш иши? Сот териштирүү жүрүп атат менин райондун сотунда. Соттун чечими. Жок, бирөөнүн үстүнөн иш козгодуңарбы же, вообще эле? Жок, по факту козгон фигуранттар бар, эми алардын атын айтпайбы. Фигуранттар бар, э? Фигуранттар бар, конечно. Я тоже жду от прокуратуры, когда дадут нам заключение. Или кого наказать, кого привлекать, пожалуйста, пусть привлекают, называют имена, а мы дальше должны работать. Не ждать, когда нам через 2 года или через 5 лет дадут свое заключение.